Всем привет из солнечной Калифорнии. На дворе какое сегодня? 10 января. За бортом плюс 18 градусов по Цельсию. У меня выходной день. И я решила выйти в люди, покушать вне дома. Вот. Ну и решила, раз уж такое дело, поздороваюсь с вами. Вокруг все зелено-зелено. Тепло, уютно. Вот тут кустики недавно свеженькие высадили. Раньше здесь была трава. Я не знаю, почему они ее удалили. Ну, в общем, вот так вот выглядит январь месяц в Калифорнии. Итак, на повестке дня луковый сорчик, стаканчик водички, 6,19 за порцию супчика. В общем, приятного мне аппетита. Ну, в общем, все, нагулялась, возвращаюсь домой, прошаталась 2 часа, сходила, покушала супчик, я вам показала в предыдущем кусочке, прошлась по магазинам, приду домой, покажу вам, купила на рождественской распродаже новогоднее полотенечко, что ли, в кухню. Ну, в общем, цена меня порадовала, качество тоже, покажу, посмотрите. Я бы пошла домой пораньше, но сегодня акция в Старбаксе начинается с 3 часов дня, 50% скидка на большой размер напитка. И, в общем, мне очень захотелось поучаствовать в этой акции, и мне пришлось задержаться на полчаса, погулять лишнее время по рядам магазина, чтобы дождаться этих 3 часов злосчастных, чтобы купить макиато со скидочкой 50%. Ну, в общем, это и все. До следующих включений, покажу вам полотенечко. Итак, я уже дома. Вот они, эти полотенечка. Их цена была 7,99. А я их купила за $3. 100% хлопок. Вот такие, с камешками. Это серенький цвет, я не знаю, она так снимает как-то непонятно. Их здесь 2. 2 полотенечка за $3. Очень здорово, прям сейчас их повешу. И по дороге проверила почту, опять Power Review прислали мне вот такой вот купончик на 1 упаковочку. Вот что-нибудь вот такие. Моцарелла стик, картофельные, что это, кожурки, что ли? Моцарелла байтс и халапеньо пеппер. Ну, в общем, сыр в кляре, полуфабрикат, можно получить бесплатно. Вот. И, господи, где? Вот, от Сефоры. Вот, Сефора прислала мне свои такие вот масочки. Grey Clay, Pink and Green Candy. Ну, в общем, 3 масочки на 3 разных участка лица. Попробуем, что оно такое. В общем, вот такой у меня улов. Я очень довольна этими полотенечками. Ну все, полотенечки на месте. Я довольна. Мне очень нравится. Правда, какая-то затяжечка, не досмотрела. Но ладно, будем пользоваться. Пойдет. В общем, такая красота за $3. В общем, все по привычной схеме. Звонок в дверь, открываю. Лежит коробочка, открываю, и здесь вот такой Living Proof шампунь, очищающий, детокс. В общем, как обычно, это какая-то акция, получила бесплатно. Сейчас попробую его открыть, посмотрим. Наверное, какой-то пробничек, маленькая упаковочка, 30 миллилитров. Вот такой вот шампунчик маленький, симпатичный. И здесь для измерения жесткости воды. Прикольненько. В общем, села снимать. Темень такая. Калифорния заливает. У нас уже который день идет дождь. Просто практически не прекращаясь. Так непривычно. Я все лето просила дождя, дождя. Ну, в общем, просила получить. И не летом, правда, но, в общем, хорошо. Зато все вокруг зелено. Сейчас горы, видите, не видно. Они все в тучах, но горы стали зелеными. Я их никогда зелеными не видела. Они всегда желтые, высохшая трава.
В общем, дождик такой приличный. Видите, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И тишина вокруг. Люди все на работе. Как только на юге Калифорнии закончились дожди, Наташа наконец-то определилась с зонтом и его получила. В общем, я столько дней мокла, грубо говоря. И вот он, мой зонт. И нет дождей. Тефлоновый зонт. Вот такая фирма. Elementex. Navy цвет, но вообще такой вот синенький автомат. Ну, прямо скажем, такой не совсем популярный товар в нашей части Америки. Но, тем не менее, сейчас я попробую его открыть, посмотрим. Так, как ты открываешься? С какой стороны? С вот этой стороны. Так. Аллей, хоп! О, крупненький такой зонтик. Он здесь такой, я думала, с двойной подкладкой, а он почему-то как-то так сделан. Ну, такой. Я читала много отзывов, я потратила почти 2 вечера на поиски зонта. Не понять, что это такое, почему оно так как-то не натянуто. Здесь натянуто, здесь не натянуто. Посмотрим. В общем, судя по отзывам, это отличный зонт за свои деньги. Заплатила я за него $10. В общем, решила я еще немножечко потратиться на наших бешеных распродажах. И вот блеск для губ MAC. Смотрите, вырвала вообще за $11.10. Но это до налогов, вот еще налоги. В общем, 11.96 вместо 19 с копейками купила блеск. Девочки, это просто нечто. Цвет называется вот Ice Orchid. Он так невероятно круто блестит. Здесь он, видите, выглядит таким вот как розовеньким, но на губах он вообще очень бледный, просто в основном только блестки. Они невероятно круто мерцают. В общем, я очень рада, что я решилась на эту покупку. Я добавила в корзину, убрала из корзины, потом снова зашла. Вот шел он в такой коробочке. И в подарок они дали вот такую жидкость для снятия макияжа. Маленький пробничек, попробую, будет интересно. Ну, в общем, я очень рада, что я купила это. Получила купончики мои любимые. Вот на детскую зубную пасту. Ой, зубную пасту, зубную щетку. Ее цена 3,99, но я пойду в Whole Foods и заберу ее бесплатно. А второй купон — купи одну, получи вторую в подарок. Вот тоже что-то из этой фирмы Radius. Щетка. Ну, в общем, я могу что-то купить на $11 и второе взять в подарок. В общем, приятненько. И получила то ли корейское, то ли китайское. Я не знаю, чья это торговая марка, но видите, иероглифы, корейцы, китайцы. В общем, праймер для лица. Вот этот просто блестящий праймер, вот этот праймер оттеночный. Ну, попробую. Я читала много отзывов, что просто вообще космос, отличный результат. Ну, в общем, попробую я. Вот такие. Ну, вот этот блеск, это просто нечто. Вот я маленько посвотчила, но я не знаю, как вам показать. Смотрите, как он мерцает. Он практически, ну, такой слегка розовенький. Не фокусируется на блестках. Ну, в общем, на губах выглядит просто невероятно. А пахнет, слышно, вообще на расстоянии. Ой, такой вообще вкусный конфетный вкус. Прям вообще. Радость, радость. Смотрите, какую я чудесную баночку, посудинку купила. Вот такая золотая крышечка. И всего ничего за $3. Я, правда, еще не знаю, что я в нее буду ложить. Я пока ее положила, вот так поставила на кухне, пускай стоит. И купила вот такую керамическую птичку. Всего за $1. Я купила вот такую серенькую и бледно-зеленую. Но на кассе я заметила, что у бледно-зеленой так вот надколот хвост. Я отказалась. Ну, пока это будет вот так вот на кухне стоять. Я не знаю, может,
куда-то сюда эту птичку поставить, а это оставить свободным. Ну, в общем, пока постоят так, я еще не придумала. И получила в подарок от мужа вот такую чашку. Ну, вернее, как история какая. Муж принес мне чашку темно-бордового цвета, и на ней нарисованы там всякие сердечки. Сердечки. Но мне она не понравилась, и, короче, и он увидел по моему лицу и говорит, что она тебе не нравится. Я говорю, ну, я не знаю. Он такой, ну, я считаю, сердечки, это романтично, бла-бла-бла. Но если тебе не нравится, там есть другие, я специально попросила чек, можешь поменять. Ну, я поехала и поменяла. В общем, я люблю обменивать подарки мужа. Вот в Старбаксе вот такая кружка. Они выпускают прям серию в каждом городе. Сколько ее цена? 12,95. Эта серия называется типа «Места, где я был» серия. И, в общем, в каждой стране, в каждом городе, где есть Starbucks, можно купить вот именную чашечку. Вот у меня будет теперь Калифорния. Подарок от мужа. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave.